проверки 2021 года показали, что местные власти провели недостаточную работу по подготовке населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, к пожароопасному периоду. Был выявлен ряд нарушений, чаще всего это отсутствие подъездов к пожарным водоемам, разворотных площадок, указателей, а также самих источников наружного противопожарного водоснабжения. В ходе проведенных проверок нарушения требований пожарной безопасности были выявлены в 525 населенных пунктов из 557 подверженных риску. Всего было выявлено 987 нарушений. На сегодняшний день 19 муниципальных образований области имеют действующие предписания, которым предписано к устранению 104 нарушения требований пожарной безопасности в 82 населенных пунктах. В рамках подготовки к пожароопасному периоду органам местного самоуправления рекомендовано провести работу по приведению в пожаробезопасное состояние населенных пунктов, организовать контроль за уборкой сухостоя, ликвидировать свалки горючих отходов и свалок на территориях общего пользования. По итогам заседания сформировано решение комиссии, которое будет направлено во все органы местного самоуправления и организации, задействованные в обеспечении безопасности жизни населения.